Так, знаменитая фраза «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». Камеру прятать не будем. Это моя помощница поэта. Также еще продаются вот такие вот диски. Вот, диски нам девать некуда. У нас таких нет дисков. Так, говори, говори. Она у меня с каждой продажи по 100 рублей получает. Да, вот это вот по 100, я сама буду говорить. Вот это по 100. И эти двое книжки, они по 1500. А диски, если вы хотите заинтересоваться ими, они стоят по 300 рублей. Хорошо. Так, теперь я вот что предлагаю. Так как мы на камеру снимаем, вот. Значит, мне интересно, как сказать, почему, не то что навязываем, но согласитесь, что если вы персик вот этот, вот эти персики назвали сливой, то есть это называется... А, нет, сливой. Не вишня, вишня. Ну хорошо, вишня. Вишня. У меня вишня такой, только это, потолще. Это значит это. И запомните, это особые книги. Ага, стоит прочитать, нет, вы уже с этого момента, я уже говорю, садовод – это не профессия, это диагноз. Диагноз, поняли? Точно, да. Так, теперь, девчонки, что ответите? Будете брать, не будете? Ну, возьмем одну, давайте. Одну. Какую? Так, мой совет вот эту. Давайте. Почему? Она тоже для начинающих. Вообще, вот эту вот тоже. Но это тоже почти такая. Это персики, да? Только она большая. Сейчас... Это ты? Это ее, это брат. Пацан. Ну, шапочка синенькая, пацан. Значит, пацан, да. А у нее розовенькая, у него девочка, значит, она. Так, ну, это, идея, 1500, там еще 100 рублей. Лично ее, вот это, она. Все, давайте. Все. Ну, что, простыла, что ли? В школу-то ходишь? Да. Надо лечиться. Надо лечиться. Такая старая, доктор. Второй класс. Нет, я летом не болела, это из-за школы я заболела. Знаешь, что, может... холодно, непонятно, в школу идти не охота. Мне в школе холодно, наверное, Паша. Так, просто... теперь скажи хотя бы в принципе, я тебя отпущу, надо в тепло тебе идти. Поняла. Так просто скажи, это, привитые персики у мамы твоей есть? Нет, нет, они все закончились. Но у нас есть орехи. Не орехи, а... косточки. Косточки. И, вот, то есть персики выращены из косточки. Да? Да. Давай так, все-таки ты болеешь. Мы тебя отпускаем. Понятно. Ты умудрилась заработать сейчас 200 рублей. А я и вчера заработала. Вчера 300. Вчера 300. А куда ты их истратила? На мороженое? Нет, я их еще не трачу. Я их истрачу для своих пробковое дерево. Для кошек? Да, у меня есть кот и кошка. У меня новый кот появился. Новый кот? А какой кот у тебя? У меня Семеновый как раз. Не, он, в смысле, а порода-то у него обычная? Не знаю, он бездомный. А у нас дома голая кошка есть, лысая, да, которая. Лысая такая. Знаешь, есть без шерсти. У дочки так. Моей вообще сибирский синск, а у меня велюровая кошка. Все, кошатники встретились. Так, давайте все еще. Смотрите сюда. А чем ты их кормишь? Пятиминутный обход, кое-чем угощу по ходу. Вот видите, вот тут показываю, вон он персик, он с длинными листьями. Ну-ну-ну. Привитый и неукрывной. Кто-нибудь спасает его от мороза? Вот это самый высокий в мире персик. Так, значит, теперь, девочка правильно сказала, ее мама уже все персики привитые продала. Смотрим сюда, это из косточек. Значит, вы... А вот эти из косточек, вот те? Маленькие. Вот те маленькие. Да, тоже из косточек. Вы уже видели, ага. Приглядели. Смотрите да. Сюда. Значит, вот эти вот посажены были в прошлом году, угу. Весной, так? То есть им полтора года. Без косточек. С косточек, так? Значит, вы... Где у вас участок? Краснотуранский район. Ой, я-то думал, Саяногорска. Вы мне что, послышалось? Нет, ну, мы в Саяногорска едем, мы просто саженцы покупали там, у кого? У кого покупали, ну-ка. Как его фамилия? Владимир. Тоторов? Да-да-да. Повезло. Единственный на рынке наш человек.
Вам просто повезло. Нет, а мы планово приехали. Мы планово приехали. Мы были, в этом виноградной лозе и зашли, у него смотрели вот эти, пробовали груши, прямо и сливы эти пробовали. Именно пробовали. И мы это, у нас просто с собой денег не было. Потом мы с ним созвонились, и вот мы купили там у него. Все, вам повезло. Хотя у нас у самих это самое картинка, картинка с позапрошлогоднего рынка. Это очень важно, я не зря на камеру снимаю. Стоит Тоторов. Вот такие сливы. Да-да-да, вот мы взяли. Вот, все свое. Да. Справа продают таджики, слева продают молдавские. Или я еще, знаю эту. Знаете систему? Да, знаю. Вот, и все в лапше приходят, его обходят. Мы уже знаем. Знаете, да? Ладно, возвращаемся. Смотрите сюда. Вот, у вас будет головная боль. Да? Если вы сейчас купите непривитые, по 1000 рублей они... Это будет головная боль? Да, а посмотрите, краснотуранские, вам придется их укрывать. Понимаете? Ну, да. Честно говорю, или забудьте про них, или придется укрывать. Нет, значит... а подождите, если я перебью, извините, это самое. Вот если, сейчас я не привитый, а может на следующий год как-то можно будет этот привитый или нет? А это если с него вот он приживется у вас? Да, нет, даст у побеги. Вас на следующий год привитые будут. Пожалуйста, привитые, но все равно придется укрывать краснотуранские. Не, ну понятно. Ну понятно. Вот. Для привитых есть еще вариант полуукрывная форма. Смотрите, у них полустельщик, у них очень гибкая, гибкая лоза. Смотрите сюда. Видите, что я делаю? Смотрите. Вот. Все, раз. Это я уже, правда, показывал, повторяюсь, два. Смотрите, три, а это можно оставить вертикальным, так, ну, на удачу, нет, краснотуранский, нет, все четыре укрываете. Главное, что, когда начинаете с небольшого саженца, он гибкий, с ним легко растется. Вот, это им как бы осенью, зимой, весной будет 2 года, еще можно гнуть, а уж однолетку тем более. Так, а такой вариант, вот если сделать типа теплички на зиму. А, пошли. Я чтобы раз, и все, ну каркас сделал, все, а там уже укутал. Я это, дело вот в чем. Я сейчас покажу. Так, Андрей, ты с нами? Я в Аскизе работал, главное, РАПО, и там Байкалов, он же Калининский сейчас. Да. И вот тогда я первый раз абрикосы увидел. Сибири. И самое удивительное, что там персики были. Но укрытые. Нет, ну это летом было. А. И они большие были. Сейчас смотрите, самое главное. Андрей, ты с нами? Да. Вот смотрите, сразу, чтобы человек, он занятый, так? Я его отвлек. Вот. Если вы будете брать... Правильно, Антоновка. Там были 2 раза крупнее, но уже разобрали люди. А поражали особенно размеры самых крупных. Ага. Смотрите, вот я вам предлагаю вот с этой грядки. Вот эти 1000-рублевые. Видите, которая помечена? Это я себе оставляю. Как? Он остается на месте. Попробуйте его нагнуть. Я пробовал. Еще. Поняли? Все, он на месте. Это идеальный случай. Вот. Теперь... Соседний вертикальный будет. Дальше нагнутый. Смотрите. Ну-ка, вертикальный. Короче, да. Теперь здесь осталось 5 штук, которые еще не выкуплены. Привитые все выкуплены, а эти всего 5 штук. Вот из этих. Выбирать можно пока, потому что тот, кто выкупил, тот не знает, которые. Ну, это привитые. Нет. Это из косточек. 1000 рублей. А вот. Вы говорите, привитые остались. Я говорю, привитые проданы все, а не привитых осталось. А если зайцы вдруг до весны поедят? Поедят запросто. Ну, а нельзя там из привитого одного сказать, что он там... Одно дерево. Съел. Нет, нельзя. У нас, знаете, какой авторитет? Ну, так заяц съел. Знаете, какой у нас авторитет? Заяц на это... И заяц не ест, да? Так, все, вы смотрите, камера же снимает. Смотрим дальше. Значит, если вы надумали, вот он стоит с лопатой, потом, если вы надумали, потом он, это мои, смотри, вот эти. Видел, Андрей? Видел, с ленточкой. Перевяжешь. Вот, выбирай самое лучшее из нее, привитых. А вот это с ленточкой. Да большие не надо. Не, ничего страшного, вот есть прекрасные саженцы, вот. Это... Так вот,
Если надумали, говорите, сколько? Два. Он выкапывает, полкроны убирает. Смотрите сразу. Некоторые обижаются, а некоторые отказываются покупать это, обрезанное. Нет, так надо зачем обрезать. Зачем обрезать надо? Оно уже пойдет этот, туда-то, сок-то пойдет. Да и листья вся сочи. Не надо убирать. Я вам уберу. Ну, я правильно рассуждаю? Листья нельзя убирать. Осмигивание запрещаю раз и навсегда. Да? Со всей России ругаюсь с этими. И упадут, и у косточки, ой, это семечки. Листья упадут сами. Поняли? Нет, да. Чтобы сейчас одно дело весна, а другое сейчас в зиму же они. Они сами упадут. Ну, ясно. И вот когда они упадут, почка будет вызревшая. Сейчас отрываете лист, и почка, вот она. Хоть это пол... Подождите, хоть... а у яблок тоже не надо лист? Да нельзя. Все, кто это... Короче, не вздумайте это. Листья упадут сами, хорошо. Тогда почка вызреет. А пока почка... Не вызревшая, лист уберешь, она не вызреет никогда. Хорошо. Поняли? Почему яблони, они на них тренировались, и я вроде бы разницы не замечают люди. Почему? Яблони самая выносливая, какую можно только представить. Просто она самая выносливая. Поэтому оторвали лист, не оторвали лист. Да еще как оторвали, это так. И рана прямо на почке. Лист и почка – это единое целое. Потому что почка кормится от листа. И вот, все, я все сказал. Ага. Значит, выбираем, он вам самое лучшее выберет. Нет, ну, с одной стороны, синтез-то должен, в любом случае. Чем больше листа, значит, быстрее корни приживутся. Да, конечно. Оно же питается. Ну, нет, не то, что больше. Мы все равно часть кроны убираем вместе с листьями, то есть отрезаем. Ну, просто корни нарушены, не выкармливают все дерево целиком. Так вот, как вот говорят, у капусты надо листья обрезать, обламывать. А логика фотосинтез когда? Ну, это капусту трогать сегодня не будем. Так, мы идем угощаться. Так, Андрей получил задание. Антоновка саженцы, нет? Есть. Есть, да? Антоновка. Это туда пойдем. Ну, ладно. Ну, после персиков. Ну, два штука выкопаем. Так, а у вас пакетов нету, а то мы... Есть, там найдешь в этом. Ну, ладно. Так, я дальше боюсь снимать, потому что я уже 100 раз это снимал. Люди опять увидят очередной гостей, и опять увидят, что все то же. Все, я пока выключу. Но мы с вами обсудили важнейший вопрос, согласитесь. Хорошо. Ну, я все понял. Это... Вы наш человек. Слово фотосинтез я не произносил, это вы сказали. Значит, в школе правильно были... Сказал? Да правильно, значит, в школе хорошо учился. Дайте мне руку, пожалуйста. Я агрохимик только. Так это вы, это, знаете еще что, хуже, да? Жили бы вы рядом, я бы вас не оставил бы покоя. Да. Я бы вас позвал себе в город, мы бы сели с бутылкой, я этого не говорил. Ну и так далее. Вы представляете, кто вы для меня? У меня так мало друзей с такими. Я так скажу, вот как я практик, я агрономом работал от совхоза, от учетчика до главного агронома. Потом за главного агронома Аскидского РАПО, я про Байкал это говорю. Ага. Вот. Потом замдиректор Института аграрных проблем Хакасии. Да вы что? Да. Вот. Вы были в Абакане, вы командовали там? Зеленая. Там. Да знаю я там когда-то, я саженцы покупал там не 40 напал. Лет назад. Ну, вот, не напал на Лиховит, там заведующая была отделом лесомеля. Я дружу только с вашим коллегой, с Турсун Полотом Дускобиловым. Я не знаю такого. Абаканский институт аграрных проблем. Заведующий лабораторией. Вы в разное время вы не совпали. Ну, кандидат наук. Он мой сад 30 лет курирует до сих пор. Ну. Я не знаю такого что-то. Ну, все, значит, это распалось. Распалось, связь времен. Все, я выключаю. Ну, так.